Всем доброго времени суток! С вами эксперт по цифровой технике Алена. И сегодня я вам покажу бюджетный квадрокоптер от компании Xiaomi. Он предназначен для начинающих пилотов и позволит освоить азы в этом деле. Квадрокоптер очень компактный и без проблем помещается на ладони. Он выполнен из белого пластика и имеет всего одну кнопку для включения и выключения. На передней части расположена камера и лазерный датчик для воздушного боя с другими квадрокоптерами Xiaomi Mi 2. Соединение с дроном осуществляется посредством Wi-Fi. Пультом для управления является смартфон с установленным на него приложением Mi Drone Mini. Оно максимально простое и интуитивно понятное. Справится даже человек, который никогда не имел дела с квадрокоптерами, ну и английским языком. Квадрокоптер оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц и 4 ГБ встроенной памяти для записи видео и фото с помощью 2-мегапиксельной камеры. Максимальное разрешение фотографий составляет 1600 на 1200 пикселей. Максимальное разрешение видео 1280 на 720 пикселей. В нижней части гаджета расположен ультразвуковой датчик, работающий по принципу парктроника в автомобиле. Он помогает дрону удерживать позицию, а также уходить от столкновений и препятствий, которые будут появляться под ним. Кроме стандартного взлета с фиксированной поверхности, дрон может отправляться в полет прямо с вашей ладони. Слегка подтолкните его, и дрон тут же устремится ввысь. Автономная работа устройства в 10 минут обеспечивается аккумулятором на 920 мАч. Время зарядки составляет 60 минут. Батарею можно заряжать как через сам дрон через micro-USB разъем, так и при помощи отдельного зарядного устройства, которое приобретается отдельно совместно с двумя аккумуляторами. А в комплектацию входит сам дрон, инструкция, на русском языке тоже есть, 6 пропеллеров, 2 из них запасные, защита пропеллеров, аккумулятор и кабель для зарядки. Mi Drone Mini – это квадрокоптер начального уровня и отлично пойдет в подарок даже ребенку, потому что он сможет им пользоваться даже в стесненных условиях квартиры и обучит навыкам пилотирования. Ну а купить данное устройство вы можете на нашем сайте knowhow.rf, где вы сможете сделать заказ данного товара и даже оформить его в рассрочку. Ну и, конечно же, приходите в наши розничные магазины Know-How, где эксперт поможет вам настроить его и расскажет, как им пользоваться. Ну а на сегодня все. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!